Добрый вечер, меня зовут Илья, представляю онлайн-центр карьеры. Также я являюсь представителем общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе, поэтому я здесь. Наш социальный микрофон отключается. Наш социальный проект направлен на трудоустройство студентов, выпускников вузов, трудоустройство по специальности, прохождение стажировок. Можно оставить время? Сейчас. Попробуйте еще раз. Раз. Но. Прохождение стажировок во время учебы в вузе. Это неотъемлемо важно, потому что когда студент, то есть выпускник, приходит с дипломом на работу, и у него ноль опыта работы, ему ставят 0,5 ставки, и у него сразу нет мотивации работать 0,5 ставки в данной сфере, где он учился, а идет работать на смежную отрасль за нормальную оплату. Поэтому мы хотим разработать веб-сервис, то есть мы его уже разработали. Мы уже разработали, благодаря которому студент сможет пройти практику во время обучения в вузе, благодаря которому HR-специалист компании может зайти на его страницу, посмотреть, да, специалист развивается, и нанять на работу, даже заключить договор в этой системе, подписав его ЭЦП. Но сейчас мы все увидим. Так, здесь наша команда представлена. За время хакатона мы потратили 18 часов на разработку. 3 человека в команде, 2 из них программисты. Потрачено около 54 человека часов. Есть одна глобальная идея, 4 социальные проблемы. Для государства мы экономим бюджетные деньги на образование. Для вузов, СУЗов мы делаем рейтинг их, тем самым увеличивая приход абитуриентов и увеличивая качество образования студентов-выпускников вузов, трудоустройства и представителей бизнес-сообщества. Так, а теперь я даю слово Павлу. Можно таймстоп небольшой? Мне включить саму программу. Итак, за 18 часов была создана уникальная система, которой в данный момент пока аналогов в России мы не имеем. Она позволяет студентам регистрироваться, заходить в нее, проходить практику, устраиваться на работу. Значит, и много еще интересного. Система представляет из себя как социальную сеть, так и систему управления. Почему говорю, что аналогов нет? Сейчас в данный момент выполнен технический макет, полностью функциональный. Вот здесь мы видим, значит, элементы. Здесь чат, соответственно, с которым студенты могут общаться, документы, которые он прикладывает, сертификаты, дипломы в высшем образовании. Он всем этим управляет, значит, отправляет электронную почту, у него есть специальный календарь, задачи, которые ему ставит университет, которые ставит организация практикант, будущий работодатель, его, соответственно, профиль и так далее. Соответственно, мы как студент хотим пройти практику. Окей, хорошо, у нас есть некий data tables, в котором наш... Практика учитывается, то есть все это работает, работает удачно и успешно. У нас есть, соответственно, возможность общаться непосредственно с работодателями и по электронной почте напрямую. Так. То есть система еще немного недоделана. Что? А, личный кабинет, да. Значит, вот у студента здесь есть личная страница. Видим, соответственно, активность человека, что он делал, значит, его адрес, данные, его личная история в университете. Вот он поступил, он учился, он прикладывал какие-то сертификаты, все это может увидеть его личный работодатель. Что-что? Все это может увидеть его работодатель, соответственно, все это может видеть вуз. Вуз также этим может управлять, помогая студенту. Ну и, соответственно, вводить настройки и работать в системе. Сколько времени еще минут есть? Одна минута. Система в данный момент практически полностью работает. Нужно немного ее доделать. Вот, к примеру, такими моментами. Опять же. Также я хочу сказать, что во время работы на хакатоне мы нашли представителей из СГАУ, уже Самарский исследовательский институт, нынешний объединенный. Согласились ребята организовывать работу в своем вузе, то есть в том числе и руководство. То есть у нас есть конкретные работодатели, которые к нам приходят и говорят: ребята, нам нужны специалисты, нам нужны практиканты на стажировку. Вот конкретно вот на круглые столы всякие в губернской думе. И мы как раз под эту проблему и разработали данную систему, чтобы решать насущные проблемы трудоустройства студентов, нехватку квалифицированных кадров на предприятиях.
И у нас есть уже партнеры, в том числе вузы, которые готовы подключиться в эту работу и предприятия. Спасибо. Давайте похлопаем. Thank you.